Всем добрый вечер. Да-да, можно хлопать и поживленней. У нас сегодня не совсем обычный концерт, потому что мы немножко меняем наш формат в сторону периодически вокальной музыки. Сегодня с нами замечательный гость Хосе Марьян. Он выйдет немножко позже. Остальные участники уже на сцене, целый квартет из замечательных музыкантов. Дмитрий Лугдин, клавишные инструменты. Антон Залетаев, тот самый. Ну, справа от вас тот самый. Петр Ившин, гроза всех сцен клубных. И не только. Меня зовут Антон Горбунов. Сегодня будет несколько, я уже сказал, новых песен. Как и очень известные, так и авторские. Поэтому это будет немножечко попозже. А сейчас мы разогреем сцену для нашего замечательного гостя. Thank you.
Thank you.
Спасибо, спасибо. Эта пьеса называлась «Экспресс за линию горизонта». Вот, с таким смыслом. А сейчас я хочу с удовольствием пригласить Хосе Мариан, наш специальный гость. Пожалуйста, встречайте. Добрый вечер. Сейчас я кое-что нацеплю. Мы исполним композицию «Partido Alto». Она сыграна, вообще популярная песня в Бразилии. Вот, я очень люблю бразильскую музыку, поэтому мы сейчас исполним эту композицию. А это вообще название ритма «Partido Alto». Вы сейчас поймете, в чем прикол этого ритма. Thank you.
Спасибо, друзья. А сейчас прозвучит композиция «Твист ностальгия», которая является авторской композицией Антона. Кружится теплый легкий ветерок любви, окутывая нас с тобою. Откуда взялся тот простой живой мотив, кружащий листопад мечты? Над облаком забрежет солнце легкий лик, стремящийся согреть щекою. Лучом пронизывая дальний теплый свет, идущий от тебя. Весь ностальгия танец вовсе непростой, чтоб станцевать с тобою нам вместе. На перекрестке мы стоим вдвоем опять, застыв в нелепом паре. Дождь, ветер кружит снегопад из нот, летящих прямо в душу, чтобы напомнить, как был тот танец близок нам. Как получался у нас весь ностальгия, дай был почву из-под ног, оставив в нем осенних несколько нот. Что напеваем мы, получаем песню такую. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Ностальгия, танец вовсе непростой, чтоб станцевать с тобою нам вместе. На перекрестке мы стоим вдвоем опять, застыв в нелепом паре. И только ветер кружит снегопады из нот, летящих прямо в душу, чтобы напомнить, как был тот танец близок нам. Как получался у нас твист ностальгия, выбил почву из-под ног, оставив в нем осенних несколько нот. Что напеваем мы, получаем песню такую. На-на-на-на-на-на-на-на.
на-на-на-на-на-на-на, песню такую, на-на-на-на-на. Спасибо, друзья. Вот такая шуточная песня. Посовещавшись, мы решили, что исполним композицию «Солнце в окне», которая является тоже авторской композицией Антона. Вообще, Антон пишет очень светлые, позитивные песни, как вы поняли, под которые можно и танцевать, в принципе, кто-то, если твист умеет танцевать. Стремящемуся ручью, и говорили они вместе: погоди, не бойся, тебя уберегу, наши силы вместе. Мы сидели молча, обнявшись у ручья, день уходящий провожали. Сосны, бросив тени, шептались не спеша: не сиди на месте. Солнце в окне, только солнце в окне, и тебе, и мне. Солнце в окне, только солнце в окне, и тебе, и мне. Солнце в окне. Слабым током задел мое лицо, и лед душевный отступает. Выйдя за пределы, ты распахни окно, и снега растают. Солнце в окне, только солнце.
солнце в окне, и тебе, и мне. Солнце в окне, только солнце в окне, и тебе, и мне. Солнце в окне. Солнце в окне, и тебе, и мне. Солнце в окне, только солнце в окне, и тебе, и мне. Солнце в окне, только солнце в окне, и тебе, и мне. Солнце в окне, только солнце в окне, и тебе, и мне. Солнце в окне, только солнце в огне, и тебе, и мне. Спасибо. Отпустим ненадолго нашего замечательного солиста. Ненадолго, хотя он все практически. А сейчас такой изменим наш формат резко очень и сыграем совершенно другую стилистически, да, абсолютно противоположную песню, которую сочинил лет 15 назад Антон Залетаев и посвятил ее замечательному американскому клавишнику-пианисту Джозефу Завинулу. Джо Завинул. Вот как у нас говорили. Вот. Называется «Блюз для Джо». Ha!
Thank you.
Thank you.
Это Рывшин. В пьесе Антона Залетаева. Мы приглашаем Хосе Марьяна на эту удивительную сцену, если он, конечно, нас слышит. Прекрасно. Это не приспособлено для моих ушей. Сейчас прозвучит композиция, которую все очень прекрасно знают. Thank you.
fica mais lindo por causa do amor. Moça do corpo dourado, de sul de Ipanema, no seu balançado, e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Спасибо, друзья. Следующая композиция называется «Пляжная».
Спасибо, друзья. Такая пляжная песня. Спасибо большое. Хосе Мариан. Замечательный, красивый мужской вокал. От самого низа до самого верха. Ну что ж, для вас сегодня играли Дмитрий Лугдин, фортепиано, Родос. Антон Залетаев, саксофоны. Мы. Петр Ившин. Спасибо. Меня зовут Антон Горбунов. Музыка в основном все же была авторская, и вам на сон грядущий, как обычно, по нашей старой доброй традиции, мы сыграем вот такую вот колыбельную. Thank you.
Спасибо. Петр Ившин, Антон Залетаев, Дмитрий Лугдин, Хосе Марьян, он спрятался где-то вот мы. Хосе, выйди к нам, пожалуйста, мы тебя ждем. Не выйдет. Ну что ж такое-то? Вот он, пойдем. Спасибо. Спина, да? Спина.